Приветствую гостей и подписчиков моего канала. В этом видео я хочу показать вам, как вязать такую блузку. Такая блузка вяжется очень просто. Сначала набираем воздушные петли на примерный обхват ваших бедер. Я набирала 200 петель на ширину внизу 41 сантиметр. Эту блузку я вязала пряжей Янард Саме, состав 70% хлопок и 30% вискозы. Вес 100 грамм, длина 350 метров. Крючок номер 3,5. Набираем 200 петелек на обхват низа вашей блузки 41 сантиметр. Связали 200 петель, теперь соединяем соединительной петелькой с первой петлей. Вводим крючок, вытягиваем нить и провязываем ее. Дальше делаем 4 петли и еще 3 петельки. 2 накида, пропускаем 3 петли и в четвертую столбик с 2 накидами. Три петли, пропускаем 3 петельки и в четвертую столбик с 2 накидами. Снова 3 петли и в четвертую петлю столбик с 2 накидами. И так провязываем до конца ряда. Я почти довязала ряд клеточек, сделали последний столбик, дальше 3 воздушные петли и соединительную петельку в четвертую петлю снизу. Первая, вторая, третья, четвертая. Дальше 4 петельки и еще 3 петли. И делаем столбик с 2 накидами в столбик предыдущего ряда. Затем 3 петельки и столбик в следующий столбик. Снова 3 петли и столбик с 2 накидами в следующий столбик. Таким образом вяжем вот до сюда, до проймы для рукавов. У меня от низа до проймы 38 сантиметров, и я провязала 22 ряда. Дальше разделяем вязание на перед и на спинку. У нас здесь всего 50 ячеек, и на перед и на спинку мы выделяем по 25 ячеек. Представим, что я связала уже 22 ряда, и дальше сначала я вяжу перед. Для этого набираем 4 воздушные петли и 3 петельки. Столбик с 2 накидами в следующую петельку. Это первая ячейка. Всего должно быть 25 ячеек, поэтому вяжем еще 24 ячейки. Здесь 25 ячеек. Дальше провязываем еще 2 ряда. 4 петельки и еще 3 петли. Переворачиваем столбик с 2 накидами в столбик. Три петельки и столбик вот сюда. И так вяжем до конца ряда. Здесь делаем столбик с одним накидом, отступаем 3 петельки в четвертую столбик с накидом, затем петли на подъем и провязываем точно такой же ряд. Мы сейчас на этой ячейке. Дальше делаем столбик с 2 накидами в следующий столбик, затем петли на подъем. 2 накида. Вот следующий столбик, в него делаем столбик. Дальше 4 петельки. Переворачиваем. Столбик с 2 накидами в этот столбик. Три петельки. И провязываем ячейки до конца ряда. Дальше вяжем 10 ячеек. И мы остановимся вот на этом месте.
Дальше делаем 4 воздушные петли и до конца ряда провязываем ячейками. После этого ряда делаем 10 ячеек. Довязали ячейки, дальше делаем 3 петельки, столбик с двумя накидами в этот же столбик. Пять петель и еще 3 петли. Переворачиваем и делаем столбик с двумя накидами в первый столбик, вот этот. И продолжаем вязать ячейки до конца ряда. В этом ряду у нас 12 ячеек. Следующий ряд вяжем 11 ячеек. Связали 11 ячеек, дальше делаем, отсчитываем примерно вот сюда столбик с тремя накидами. Переворачиваем вязание и соединительными петельками доходим до этого столбика. Четыре воздушные петли. Столбик с двумя накидами в следующий столбик. И провязываем ячейки до конца ряда. Довязали ряд, дальше вяжем 9 ячеек. Делаем 4 петли. Переворачиваем столбик с двумя накидами в этот столбик. И провязываем до конца ряда 8 ячеек. Остается последний ряд, вяжем 7 ячеек. Столбик с двумя накидами в этот столбик. Обрезаем нить и точно так же в зеркальном отображении вяжем вторую сторону. Привязываем с этой стороны ниткой и провязываем точно так же, как и на этой стороне. Дальше провязываем спинку. Делаем первую петлю. Ищем место там, где у нас заканчивается перед. Вот этот столбик. Делаем соединительную петельку. Провязываем 4 петли на подъем и плюс 3 петельки. И продолжаем вязать такими же ячейками до конца ряда. Провязываем все ячейки и последний столбик делаем вот сюда, в этот столбик, там где мы поднимались. Таким образом провязываем вверх 12 рядов. Вот ровный 13 ряд, последний ровный ряд. Дальше мы начинаем делать вот такой изгиб. Когда вы провяжете все 12 рядов, вы будете вот на этом месте. Делаем петли на подъем и делаем 8 ячеек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В следующий столбик делаем столбик с двумя накидами. Затем петли на подъем, столбик с накидом и остается у нас 7 ячеек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше делаем точно такое же количество ячеек, но соединяемся с верхней полочкой. То есть сделали петли на подъем и соединительную петлю в этот столбик. Затем воздушные петли. Столбик следующий вот сюда. И соединяем с верхним столбиком. Затем обрываем нить и с другой стороны провязываем точно так же. После этого переворачиваем наше вязание вот так. И приступаем к вязанию рукава. То есть просто вяжем клеточки только вот так вот.
Таким образом вяжем 13 рядов. Когда провязали все ряды, мы остановились, допустим, на вот этом столбике. Делаем 4 петли на подъем и в арку делаем 4 столбика с двумя накидами. Затем столбик вот в этот столбик. Снова в арку 4 столбика и столбик в столбик. И последний ряд мы делаем в каждую петельку по одному столбику без накида. 3 столбика без накида, 5 петель. И не пропуская петель, со следующей петли точно так же провязываем 3 столбика без накида, 5 петель и 3 столбика. Так вяжем до конца ряда и обрываем нить. На горловине, вот эта оборка, в нее мы провязываем в каждую арку по 3 столбика без накида. И следующий ряд провязываем в каждую петельку по одному столбику без накида. И на этом наша блузка готова. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях или спрашивайте меня ВКонтакте, я с удовольствием на них отвечу. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!